Всем большой привет! Добро пожаловать на наш канал «Просто рецепт». Сегодня готовлю очень вкусный, простой и всеми известный салат мимоза. Он у меня будет сегодня с тунцом. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе. И для этого салата мне понадобится 200 грамм тунца в масле, немного майонеза, одна небольшая луковица, 4 отваренных вкрутую яйца и сваренные овощи, 3 средних картошки и 2 небольшие морковки. Вначале я все подготовлю. Лук нарежу мелко. Залью его кипятком, чтобы излишняя горечь ушла из него. И оставлю так, пока буду подготавливать овощи. Очищенный картофель и морковь отдельно натру на крупной терке. Яйца разделю на белки и желтки. Белки натру на крупной терке, а желтки на мелкой. И теперь соберу салат. Салат можно собирать в любой тарелочке. Так. Можно и в разъемном кольце, как вам нравится. Если вы хотите, чтобы были видны все слои и они были четкие, то предлагаю вам хорошо утрамбовать картофель. Совсем немного смажу майонезом. Тунец немного разомну вилкой. И выкладываю следующим слоем. Снова все равномерно распределяю и слегка утрамбовываю. Так, вот так. Присыпаю немного луком. Лука берите столько, сколько вы любите. Затем идет слой белков. Снова все хорошо прям прижимаю и смазываю майонезом. На этот слой я уже кладу чуть побольше майонеза, 2 столовые ложки где-то. Теперь выкладываю слой моркови. И смазываю майонезом. Сверху равномерно присыпаю желтками. Аккуратненько снимаю кольцо. Вот так вот я немножко украсила еще желтками. И посмотрите, как четко видны все слои. Это очень красиво и интересно. Ну а верх вы можете украсить уже по своему желанию или оставить так. Салату дам пропитаться 2 часа в холодильнике и можно будет пробовать. Вот такой замечательный салат мимоза с тунцом у меня получился. Очень красиво смотрятся четкие слои. Он выглядит прям нарядно, празднично и эффектно. В отличие от сайры, тунец не обладает ярко выраженным вкусом и ароматом, и поэтому салат становится более нежным и, мне кажется, даже еще более праздничным. Приготовьте и попробуйте, порадуйте своих близких и гостей вкусным, интересным салатом. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Текстовый формат рецептов вы, как всегда, найдете на Яндекс.Дзен, а также на нашем сайте Lilia Pro Store. Все ссылочки я оставлю в описании под видео.
А я всех от души благодарю за просмотр. Желаю вам прекрасного праздничного настроения. До скорых встреч и пока-пока!